Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня уже час дня, сегодня четверг. Я сходила по своим делам, решила вам маленькое видео снять, то, что я купила из продуктов, показать. Не обращайте внимания, у меня волосы влажные. Я пришла домой и сразу пошла в душ. Видите, у меня какая красивая, она тут с люрексом, вот в этих местах люрекс, но вам, наверное, не видно, да? Такая льняная кофточка, очень красивая. Она тут еще, видите, на есть такая штучка, и вот можно сюда вот подвернуть, так рукавчик подстегнуть. Вот, видите, так вот красиво. Вот. Это я тоже покупала в Италии в прошлом году летом в магазине Mirella. Я вам рассказывала об этом магазине. Это магазин, который находится на территории старого порта, и он безналоговый магазин. Mirella – это женское имя. Вот это, ну, имя хозяйки этого магазина. И она все время в этом магазине сама находится. Женщина, которая уже, наверное, за 70 лет. Вот там очень много людей работает. И вот 1,5 евро стоила эта льняная такая кофточка или футболочка. Видите, вот так вот можно сказать, до локтя. Вот так вот такой вот рукав. Мне нравятся такие рукавчики. Приятная такая, приятная. Вот, на мне вот такая помадка чудесная, пупа, видите, пупа, вот, вот такая помадка, очень мне она нравится, и в Роше, лаванда, и что тут еще у нас, и белоцветочные цветы. Вот, это, скорее всего, цветы этого апельсина. Вот. Ну, я утречком, я сразу поехала, мне надо было... Я вам говорила, что я делала рентген коленки левой. Вот, и мне же потом врач сказал, как сделаешь, так ты запиши звонок ко мне, и я там посмотрю и скажу, что дальше будет. Так вот, я вот записала аж на 1.9, на 1 августа. Раньше не было даже звонка. И вы видите, пишут время с 8 до 16. Ну вот, вот очень так неудобно. Это когда вот терапевт так звонит, вот это он пишет такое время, дают такое время. Когда звонит узкий специалист, или когда вот когда я работала и звонил мой доктор, да, он всегда четко говорил: Наталья, я позвоню в 10 часов. Все. Или я позвоню в 12 часов. Там по какому-то вопросу, то, что мы с ним обсуждали, какие вопросы по или по моей инвалидности, или по моим больничным. Ну, в общем, он конкретно, вот он скажет в это время и в это время позвонит. А тут вот смотрите, с 8 утра до 4 часов дня. Это телефон не выпускай из рук, извините, даже в туалет пойдешь, и надо брать с собой туалет, ой, и телефон, потому что мало ли сейчас врач тебе позвонит. Вот, вот такие дела. Ну и потом там я это самое, зашла в магазин арабский и вот купила себе такой творожок 5%. Магазин арабский, но творожок латвийский. Латвийский творожок 275 грамм здесь. Стоит он 1,49 €. Ну 1,5 евро я заплатила. И потом еще купила сливы. Я же вам говорила, я люблю сливы. Вот купила еще на 83 цента. Сливки. Они по 99 центов килограмм. Вот, купила такой пакетик сливок. Ну и все. Потом еще должна была... Поехала в центр, там немножко походила. Была в Заре, померила две вещи. Ну так одна ничего мне понравилась. Такая блузка белая. 7,90, ну 8 евро. 7,99 с длинным рукавом. Тут как-то еще типа прошивочки. Пуговички с ракушки, знаете, такие перламутровые с ракушечки, плоские пуговички внутренние, вот. И она такая, эффект у нее как сжатый, вот вы ее постирали, не надо ее гладить, ее постирали, надо вот так вот скрутить и замотать, чтобы когда она высохнет, она так же и будет такой сжатый эффект. Ну, так подумала, ну, а нужна она ли мне? Нет, ну, вот так вот, если на море, то, конечно, нужна бы, хорошо было бы, а так... Ну, короче, не купила. Еще там одна была такая,
Если это из хлопка, а та была просто синтетика какая-то, тоже 7,99, яркая такая, желтая, и такие какие-то типа розы так разбросаны, там розовые, сиреневые. Ну, так ничего. Ну и не надо. Ну вот и все. Я все жду, когда в H&M на вот эту вот скидку, что сейчас, может, дадут еще 50% скидку. А могут и не дать. А могут и не дать. Вот. Ну и все, потом я села на автобус и приехала домой. Вот такие дела. Сейчас буду обедать. Есть у меня еще и борщ, есть еще и картошка с мясом. Ну, в общем, полно всего. Вот. Что вам еще рассказать хотела? Да вроде так и нечего и рассказать вам больше. Ну вот, хотела только показать. А, я ж забыла самое главное, чего я думала, сяду на автобус. Так я и думала, если придет 60-й, сяду на 60-й, поеду домой. Если придет девятка, сяду на девятку, поеду в Сканси. Но я с собой утром уже взяла, вот я вам вчера показывала вещи, которые купила, и там была шведочка для сына белая с такими синим таким рисунком. Вот я ему пофотографировала, ну уже из дому. Вот он сказал, шорты оставь, эту шведочку не надо, потому что у меня, говорит, полно шведочек и футболочек, которые еще и не ношенные. И я думала, вот если подойдет девятка, сяду на девятку, поеду. Извините, поеду сдам. Но был 60-й, поехала домой. Значит, вот завтра поеду сдам. Там в течение 30 дней, но я люблю сразу, чтобы оно у меня не лежало. Я сразу поеду сдам. И потом еще там похожу, поснимаю, может быть, вам что-то покажу. Так что вот на этом все. Буду заканчивать. Хорошего вам дня, хорошего настроения, хорошей погоды. У нас очень хорошая погода. 25 градусов, жарко так было. Вот я пришла и сразу в душ, потому что это самое уже подсыхает почти волос. Волос уже отрос. Но я решила, буду я его отращивать, пока не решу, какую стрижку мне сделать. А потом уже будет видно. Ну вот все. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я, Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Шить английскими буквами. Всем хорошего дня, хорошей продолжения трудовой недели. Пока!